И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Виктор Кошак и мой сын Ярик. И сегодня мы играем в Майнкрафт, битва строителей. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Первая постройка у нас Слендер. Так, ребята, ну подскажите, как Слендер строится? У него, получается, черные ботинки? Он весь черный, у него только голова белая. Ага, руки какие у него, тоже черные? Ну да, только эти кисти, они белые. Ага, кисти белые. Так, ботинки есть. Блин, мне что-то... Мне кажется, мне на какого-то пингвина будет похоже. Ну ладно. И ноги для... Да, у него длинные, и руки длинные. Да, он длинный. А мотня висит? Ладно, это что-то такие вопросы дурные задавать. Ребята, если вы кушаете, пьете, приятного аппетита. Потому что у нас сегодня куча веселья. Мы задумали очень классные постройки. Ну, конечно, не все, но еще попридумаем сейчас на ходу. Так, он худой. Сейчас. Он худой. Ну, у меня этот слендер-ковбой будет. Подожди, у него черный пиджак. Ну да, черный пиджак. И длинные руки. И на руках на конце белое. Да. Четкий слендер. Не, руки длиннее. Длиннее руки. И в плечах шире. Так вот. Ну, я подсмотрю. Ладно, не буду сильно подсматривать. Что-то ночью плохо видно, темное. А, ну да? Кто там у нас властелин погоды? Ну, сделайте нам день. Кто у нас сейчас там самый умный? Сделаю. Давай. Предсказываю, сейчас будет, ребята, белый день. Оп. Это только рассвет я сделал. Ой, это у меня блок тут не ставился. Ночью не хочет ставиться блоки. Так, длинные руки до пола. Во. Пойдет. Красавчик. Так, ой. Чпоньк. И он типа стоит, говорит, ты следующий. Так, шея у него кожаная. Представьте такую кличку, Димка кожаная шея. Димка кожаная шея. И белая голова. Просто белая. Шейка. У него ж нету, да, ни шапки, ничего, он лысый. Или у него есть кепка черная? У него галстук есть. Да, галстук. Да. Сейчас мы галстук запилим. Галстук белый, да? Черный? Красный. Блин, кто там пердано? Не, я не буду делать. Я не буду делать ему галстук. То я как-то стремаюсь, я испорчу свою всю фигуру. Ну, глаз у него нету. Че, я сделаю своему кепку? Будет в кепчонке. Чик. У меня этот, короче, я уже когда-то вроде такое похожее строил. У меня, короче, слендер грузин. Да. Да. Не, он просто в кепке, мне кажется, ему лучше. Я не знаю, я построил. Я еще нет. Может, здесь еще по приколу ему, типа, носки видно белые. Думал, неровно. Все, я построил. Ну ладно, давайте я еще своего дострою. Давайте мы его сделаем более серьезным. Вот блок что-то тут не хочет ставить, странно. Чё, может какой-то... О, как-то это странно все смотрится. Так, и говорите, у него галстук, да? Красный. Точно красный? Да. Да-да-да-да. Не, у него есть и черный галстук, и белый. Короче, каждый стандарт он, у него... Чё, у меня какая-то вышиванка получилась. Красный синячий. Он дядя Вас как будто зигу кидает. Не, мне кажется, надо руку ему длиннее сделать. Зигу не так кидает, зигу высоко. Он просто говорит, you fucking shit. Я ему даже пальцы сделал. Давай. Все, я на середине. Кто собрался, тот собрался. Ничего страшного, стройте, я никуда не спешу. Время у нас очень много. Все, что мы запорим, я вырежу, как всегда. Так,
Это кто строит? Ну это Виктор такую матню только может построить, совершенно верно. Ой, аж свалился от такого заглядения. Самое приятное смотреть, как кто-то что-то строит, да, Димон? Ну да. Еще можно подсказать, ты не там кубик ставишь, немножко левее возьми. Во-во-во-во-во-во-во-во, класс, четко. А это у него что, этот мячик бейсбольный в руках? Можно будет как-то еще для, потом для прикола, может для следующей серии Фредди Крюгера запилить. Ребята, напишите, как вам слендер Виктора? Мне кажется, просто конченная постройка. Ладно, я шучу, нормально. Все думали, я скажу, классно, ага. У него такие ботинки смешные. А он не родственник Чарли Чаплина? О, это слендер Чарли Чаплин. Да, ты, конечно, замудрился, постарался. Больше ты ему ничего не забыл здесь построить? Мне кажется, что ты ему забыл построить. Просто... А чё, прикольно. Нос такой. Во, во. Во. А теперь это слендер. Ну да. Идёмте к моему дальше. Не хватает ещё кое-чего. О, Ярик, это у тебя чё, слендер, да? Вот так вот, как будто рот закрыт да, у него. Да, посмотрите на моего. О, Ярик, да это вылитый слендер. О, это класс. Вообще, вот это Ярик построил. Там самое смешное. А чё у него такая шея длинная? На самом деле у слендера такая шея длинная, просто никто не знает, да? Да. Видите, просто Ярик знает секрет слендера. Посмотрите вниз. Мне кажется, он похож на какого-то динозавра древнего. На паука какого-то. Паук, да. Ну чё? Посмотрите на это лицо. Оно какое-то стрёмное. Он как у марионетки. О, да, это дальний родственник марионетки. Так, пошлите Димона посмотрим. Да, пойдем. Во, это у тебя крылья сзади? Да, щупальца такие. А, щупальцы. Папа, это у ног это просто не стрижет. Видишь, у него внизу, Димас? Внизу, видишь? Вот это у него такие. У него лапы, как у курицы какие-то, куриные лапы. Он забывает стричь их, он их не стрижет. И вот тоже на руках не стрижет, ногти выросли. О, бородатый, типа борода у него. Хачик такой. Вот такого не хватает. Вот. Во. Че, нормальный слендер? Ну, ребята, напишут, у кого самый лучший получился. Какой у меня теперь? У кого самый лучший слендер получился? У меня обычный слендер, он просто показывает, идите вперед. О, смотри, у него еще и румянцы, да, есть. Следующая постройка у нас змея, гадюка, уж. Можно даже удава построить. Питона. Или питона. Не, что-то у меня не получается. Ну ладно, пусть будет как есть, может в итоге получится. Так бывает, кажется, что какое-то дерьмо строишь. Потом присматриваюсь и понимаю, что все-таки дерьмо построил. Все, у меня готово. Так быстро? Не, да. У меня не ну так. Ну ты и псих. Я тоже все. Ну я построил просто на юмор. Понял, понял. Уйдите, не мешайте, это моя змея. Это анаконда. Она может съесть любого человека, даже не настоящая тебя убьет. Короче, я пока что улетаю в небо. Чтобы было понятно, что это анаконда, надо ей сделать рот. Все, давай. все, я готов. Мы, Ярик, к тебе летим со всей силы. О, какая змея. Это она, короче, Чернобыля. У нее даже глаза задеревенели. Деревянная змейка. А что это за стрелы? Ну потом посмотрите, я вам потом все расскажу. Ну вот мы смотрим, рассказывай. Смотрите, это стрелы, типа ее обстреливали. Ага. О, у тебя прям сценка здесь целая. Давайте Димона покемона. Во, это моя змея. А, это дом, гадюка дом. Не, вот. Ну иди, типа она тебя, видишь, переваривает, иди дальше. И что, я с жопы выйду? А-а-а, я должен выстраться вот. Здесь. Вот, видишь. И все, это я в дерьме, да, тебе показываюсь? Вот это подход. Все логично. Так, кошак. А что это за трамвай? Это на гусеницу похоже. Странно. Это ты так долго строил вот это вот? Да. Это гусеница, тут еще даже эти есть. Какие-то эти. Антенки. Это бронетранспортер с рефрижератором. Кто не знал, что это, вот, ребята, можете теперь узнать. А то эта фраза ходит, никто не видел. Я просветил народ. На гусеницу, которая пожралась, похоже. У нее щеки огромные такие. Так, давайте к моей.
А чё, похоже на змею или похоже на пчелу? Чё, нормально? Не, вот оригинал, вот. А чё она такая недлинная, чё она такая... Ну, потому что она ещё не съела тебя и не выросла. Давайте, ребята, и третья постройка у нас будет... Свободная тематика, кто что хочет, тот и строит. Так будет самое честно. Потому что Димон хочет собаку. Я буду строить человечка из соус парка. Так, это Макдональдс. Человек идет жрать Макдональдс, толстый кабан. Нет. А худой. Это чай. Нет. Это столбик. Нет. Димон, это у тебя обезьяна на четырех лапах. Собака. А что похоже на обезьяну? Не знаю, я просто строил собаку и все. Прикольно. Не, ну что-то есть вот собачье. Не хватает. Слюнек. Вот, слюней не хватает, точно. Все. Давайте теперь мою. Вот так надо отсюда смотреть, отсюда, сверху. Конечно, я схематично сделал, но можно понять. Это земля. Правильно, красавчик. Так, и смотрим. Евразия. Витюшина. Витя, ну ты красавчик. Это ребята, я... напишите в комментариях, какого это мультика. Ну, в принципе, теперь уже не написали, говори, с какого это мультика. Соус. Да я в стиле Соус Парк или какого еще. Южный Игра парк. Недавно вышла. Кстати, в моей собаке можно жить. Я всегда делаю ну, какие-нибудь постройки, в которых можно жить. Вот, а, в твоей там. Собаке можно жить? Да. А чё нету тут? Тут только жопа. Где? Куда вход? Так я сделал. Ой, я на... Вот, заходи, Димас. А, у него в этом, в животе. Как кто-то ей тут... Чё, прикольно. Цвет, конечно, такой напрягающий немножко. Ну... Как в каком-то, знаешь, подземелье, в подвале, в говняном. Не, здесь спать просто надо, в ней спать надо. Ну, честно скажу, не буду отрицать, Витя построил лучше всех, потому что я и хотел, чтобы человек построил то, что лучше всего он может строить. В данный момент я хорошо строю круги, вы заметили это. Димка строит обезьяна-собак. Гарик построил человека, который идет в Макдональдс обжираться. А Виктор построил красавчика. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!